Хацкевичу нужно усиление в каждую линию. Наставник «Динамо» надеется, что клуб продуктивно поработает на трансферном рынке. Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, что его команде необходимо усиление новыми футболистами. Пока не выходит заменить Ермоленко. У Цыганкова то травмы, то где-то не хватает опыта. Хотя мы все знаем, что он достаточно интересный парень. Ермоленко мог в одиночку решить исход матча в чемпионате. Андрей мог решить судьбу эпизода в тех матчах, которые мы не выиграли, и мы могли бы выиграть. Уход Виды. Да, это потеря большая. Я буду только рад, если он все-таки сможет поменять свое решение. Но, к сожалению, все зависит только от его. Это тот человек, у которого наша молодежь должна учиться футбольным качествам. Конечно, мы ведем свою трансферную политику. Селекционный отдел уже ездит и смотрит. Практически в каждую линию нам нужны футболисты. Однако, цена на футболистов в этом году очень выросла. Даже на тех, которые раньше стоили 2-3 миллиона. Сейчас они стоят 5-7 миллионов, но играть лучше не стали, сказал Хацкевич в интервью программе «Про футбол». По материалам сайта newsgro.com.